Новые возможности в диагностике онкологических заболеваний. В Махачкале прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам раковых болезней. Это в том числе перспективы развития онкологической службы и внедрения научных и инновационных наработок в практику. В конференции приняли участие лучшие хирурги, онкологи, реабилитологи и академики России. Лечение стало очень многогранным. Это обязательно комбинированное лечение: химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое лечение. И оно стало, к счастью, очень эффективным. То есть это не красивые слова, это правда. То есть мы всегда любим этот слоган, что рак не приговор. Разрабатываются все новые и новые, новые методы. Появляется новый метод лечения, у него появляются некие сопутствующие нежелательные явления. И наша задача сделать так, чтобы эти нежелательные явления были как можно менее выраженными, и чтобы человек мог лечение перенести. Онкология у нас растет. Несмотря на все предпринимаемые меры, она вообще находится в ранге первых мест среди заболеваний. Сердечно-сосудистая онкология, заболевания опорно-двигательного аппарата. И проблема реабилитации является актуальной. Ежегодно рак выявляют примерно у 600 тысяч россиян, поэтому главная цель конференции – обменяться опытом и последними профессиональными наработками в области реабилитации, снизить заболеваемость и смертность от этой болезни. Действительно, вопросы реабилитации не только онкобольных, но и вообще реабилитация, она занимает большую долю внимания как и у государства, так и, наверное, у медицинских работников. И хочу, чтобы практические рекомендации от наших корифеев мы их могли внедрить, видимо, на итоговый какой-то документ будет, и внедрить в практику.